Всем привет, с вами Марс, мы продолжаем проходить дополнение Нежить к Скайриму. Мы находимся в том же самом сраном склепе, точнее в кургане. Вот, помните вот эту вот развилку, мы пошли вот туда наверх и вышли в итоге к логову некроманта. Я тут чисто случайно наткнулся на то, что, ну, это логично в принципе, что из склепа надо выбраться природным путем, то бишь, как задумано автором, и поэтому придется искать выход таким образом. И я нашел вот тут ребята, которые занимались всякой хуйней, вот. Паз. Один. А, прекрасно. Нужно найти второй череп. Ну, я подозреваю, у вас такого нету. Именно. В таком случае у меня большие проблемы. Потому что где его искать, я хер его знаю. Ну ладно, давайте-ка пройдемся. Успел. Что, блядь, напризывал тут всякого? Ой. Полегче. Я офигею. Товарищи, которые совсем нам не товарищи. Куда вы засунули череп? Я подозреваю, что вы его просто не нашли еще. Ну, в вашем случае уже и не найдете, но все равно. Текстура, не надо. Так, просто тот я нашел как бы случайно. Ау. Как-то так. Блин, думал, что уже нашел. А тут на тебе облом. Ну хорошо. Пойдемте дальше. Врата Обливиона. Опять же, куча пустых локаций. Да. И по итогам я вернулся обратно к этому товарищу. Черт, это все печально, потому что, ну, как бы, где искать череп, я не знаю, но... Ну какой-то способ же должен быть. Ну, так. Это пустая локация. Это
какой-то тайный проход к ней. Хорошо. Ну и все. В принципе, да? Черепа тут нет. Блин. Ладно. Наткнусь на что-то интересное, я сразу же включусь. И вот, вот я снова с вами, я нашел. Нашел тут черепушку. Вот она. Короче, вот. Рычаг. А это все находится на противоположной стороне. То есть вот. Где? Да, вот тут вот видите этот барьер, и вы тупо поднимаетесь вверх, вот туда. Первый, ну вы видели, где я достал, а вот это второй. Прошу прощения. А что случилось? Да, что-то какие-то... Что-то какие-то баги тут пошли нездоровые. Но на этом, пожалуй, закончим. Это была довольно продуктивная серия, черт бы ее подрал. Пускай небольшая. Я нашел все-таки решение. Ну, а в следующей... Мать твою так! Зачем оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня? Банзай! Древняя хуйня. Ну чё, как оно? Так... Кровавленные тряпки. Ого. Массовое оживление. Это что вообще за магия такая? Блин. Давайте-ка посмотрим. Потому что массовое оживление это... Это... Не знаю. Это не колдовство, это изменение, да? Или иллюзия? Где оно там массовое оживление? Ну это точно не разрушение. Выживление зомби. А хер поймешь, в принципе. Сейчас, может, так найду. Не, ну нет, так нет. В принципе, тут ничего такого нету. Вот у Лича тоже. Ну и чё, и всё? Ну я подозреваю, что да. Ладно, вот теперь я, пожалуй, закончу. Так же, как выбираться из этого долбанного...
склепа был уже в следующей серии. С вами был Марс. Всем спасибо, всем пока, до новых видео.